Ну вот и проверили твои эти заброды. Нормально? Там камень, да? Нет. Я же говорю, глина. Берег такой. Сразу. И да. Глыба просто. Там есть хорошая прямая такая, от той штуки и пойдем. Эх, красота. На камне наросло елки. На камне. Подходите к реке, как бы мужики рыбачат. Не стоит, но мы это сделаем по-осторожному. Вон, видите, вертикал. Вертикальный. Кедрёныш какой. Эх, блин, шикарнейший. Да и как всегда, раз и зацеп, блядь. Я думаю, блядь, перемудрил, блин. Закус зацепился. Саня, ну, так, это у каждого бывает. Ну, место, видите, фарватер, блин, струя, а рыб нема. Ну и по лету мы тут тоже не камильфо, короче. Не камильфо. Почему-то это место, ну, то ли хищник, то ли кто стоит. Ну, никак. Там, где каркает кедровка, там может ходить лось, медведь. Ой, первый камильфо. Володя, пойдем. Чтобы тоже не сумки, а рыбу не пугать. Расходимся. Рыб. Червь в меня. Че, сошел?